Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Ермак. И сегодня я буду играть в танки в возводе с моим знакомым, Атом, Крэзи R38. Крэзи? Да-да. Поздоровайся с нашими людьми, смотрящими. Всем привет. Так, сегодня мы будем играть в танки. Вот. Сразу говорю, не обещаем вам хорошие бои, где мы будем просто тащить или что-то делать, да? Такого рода. Ну да, мы не профессионалы, мы просто любители, да. Вот. Просто собрались чисто отдохнуть, как бы выходной, поиграть. Да. Вот. Кто-то играет каждый день в эту игру. Я играю, может, раз в месяц. Сяду как-то. Так. Куда можно. Ну, да, как-то одно время, когда они только вышли, играл, можно сказать, и заработал на ИС. Просто побольше времени было у нас. И заработал на ИС, и сейчас вот на ИСе катаюсь. Уже, наверное, как год. Да, понятно. Ну, еще раз всем привет, с вами Ермак, и получается сегодня со мной будет играть Крэзи. Так, мы будем играть вместе с ним в танки. Так, хороших таких боев мы вам не обещаем, ну, скажем так, что получится, то получится. Что, бери своего ИСа седьмого. Да, давай. Поехали. И у нас карта Песчаная река. Почему я выбрал КВ-2? Скажу сразу, мне этот танк просто нравится. И... А, подожди, подожди, стой. Да? А где? Почему я-то не зашел? Странно. Да, я тебя, кстати, не вижу, почему. Так, ладно. Придется нам покинуть этот бой. Так, сейчас у нас небольшие неполадки, извините, дорогие друзья. А почему ты не зашел в бой-то? Ты, наверное, это, взвод не зашел. Взвод? А. Ну я же тебя правил, ты вроде бы добавился. Ты же на каком сервере? На Ру-8. Все правильно. Да. Так, ладно. Давай бери какой-нибудь другой, я готов. Ты нажми на взвод. У тебя мигает там, я появился у тебя или нет? Да-да-да, все появилось, просто это. Я тогда другой уберу, да, получается? Да. Готов. Все? Что-то странно. Че, у тебя пошло? Нет, пока не идет. У меня тоже не идет. Так, а ты в игре уже или не в игре? Конечно. Ты в игре? Да-да. Да, дорогие друзья, у нас технические неполадки. Извиняюсь. Бывает, бывает. Так, пробуй сейчас добавляйся опять. Тогда, взвод. Ну давай, отправляй. Взвод. Гласить. Так. Кстати, ничего вида, такой сделали. Ну да, в ангаре прекрасно смотрится. Не, ну, у тебя в ангаре, да, сейчас? Да. Ага, у меня на улице. Так, отправилась тебе? Да, все, я добавился. Шуб готов. Отлично. Тогда я беру... Так, у тебя какой танк? 7 уровня, да? Значит, да. Я беру Т-150. Потому что у меня КВ-2, а по техническим причинам
Ну, бою оказался. Вот. Ну, бывает, что сделаешь. Так. Отлично. Отлично. Фьорды. И опять карта. Это. Фьорды. Фьорды. Ну. Так. Мы уже с другого резка, да, получается? То есть не с того, конечно, мы играем. Так, куда поедем? Едем направо. Так, направо. А останавливаемся на середине или же вниз туда? Нет, я думаю, вниз надо. Вниз. Обойдем-то в город зайдем. Попробуем. Хорошо. Так. Я, наверное, вдоль реки поеду по низу, чтобы меня там не могли подсветить. Так. Да-да, вот правильно показывает. Где-то кто, ты показал? Нет, это не я. Это Т-26. Просто там сейчас все будут ехать сюда. Пытаться. Ну да, ты пока меня жди там, наверное, сильно не светись там. Просто жди. У меня тут поддержки совсем нет. Да, вообще вот, что-то не хотят туда ехать и все. Ох ты, ёлка. Ну я говорю, сильно там не торопись. Успел убежать. Так, ты там сильно не это с ним. Не разгуливай. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, туда и тигр приехал. Ничего себе здесь. Не пробил. Да, прилично тут народу собралось. Говорю, зря туда приехал ты. Именно что поторопился стать. Да, я своими снарядами тут не пробью с такой пушкой. Поддержки у нас никакой. Ехал только всего один. Да, и у нас тут среду, ну, сейчас пробьют. Так что это слив. Тебя уже забрали. Эх, печаль, печаль, печаль. Я сзади уже. Отъехал. Да знаю, знаю. Хоть на гусь лютья поставить. Гада. Эх. Ладно, выходим. Выходим, я ВК-шку беру. Так, ты ВК-шку. Я тогда это возьму. КВ-2. Шестой уровень у нас. Ну что? Все, все, я готов. Готов, а у нас что-то бой не начинается. У тебя бой начинается? Нет. Не начинается, значит это. КВ-2 взять нельзя, значит. А, нет. Я извиняюсь, не нажал. Все. Все, у тебя идет, да? Да-да. Так, рудники. Мы в самом низу. Да. Не в топе.
Так что любое попадание в нас это сразу же. Да, предлагаю ехать вот сюда. Вот здесь работать. Сразу же, по левому краю, как бы. Вдвоем. Но нет, сюда к камню не вылазить. Я предлагаю тебе вообще на горку вот туда вон заехать. На горку? Да-да-да. Вот сюда вот, на горку. И там, оттуда стоять и шмалять. И там стоять да стрелять. Просто тебе другого варианта нет. Так ты хочешь чем-то поможешь. Бой начинается. Ладно, попробуем. А так, в лобовую они тебя просто расстреляют там и все. Ты знаешь, что сейчас есть РПГ-хи, которые в метр брони. Метр брони пробивает. Ничего себе. Так, что тут в кустах станем, наверное? Да-да. Поддержка огнем, все. Так. Ну я встану за тобой где-то так вот. Т-69 хочет сюда уже подъехать. Будем ждать. Да. Тяжи там до хрена приехала. Ой-ой-ой, как удачно я прямо. Удачно вообще. Угу. Тигр это под... Это подстерег. Там не светился? Не. Так, Яга там. За зданием стоит. Как там дела? Успехи нормально? Я как бы не пробиваю, но... Не пробиваешь. Ну, на гуслю хотя бы ставь их. Чтобы гуслю хотя бы пробивать. Ну, пытаюсь. Ну, там уже тигр. Слишком большое расстояние. Так. У нас там тигр. Ого. Отлично. Отлично. Прямо удачно ему. Попень. Попал. Так. Там Т-69 сейчас, наверное, вылазить начнет скоро. Да, у меня не... Яга там стояла бы, не лезла бы, вообще было прекрасно. Хорошо, отъеду. Су-162 отъеду. 152. Там их все равно нету. О, ИС-6. Так, попробуй по ИС-6, если там кто подсветит. Так. Опрокинуть не получается. Ваншот. Ой-ой-ой, это тебе прилетело? Нет. СУ-152, походу. Там ИС-ваншотный это, что-то пытается сделать. Сможешь по ИСУ шестому кинуть? Ой, 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 ой. Так. Я вообще не пробиваю никого. Отлично, отлично, отлично. И меня светанули. Все-таки гады. ИС, потому что сюда приехал. Ой, уезжай оттуда, тебя уже засветили там. Я знаю. Крейзи, уезжай, уезжай, уезжай оттуда. Тебя сейчас заберет. Уезжай за камень. Все, стой, 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 не тарань меня. Ой-ой-ой-ой, ну как так я мог промазать-то? Как я мог так промазать?
У меня... Так, и съедет сюда. Жизни 14%. Ну, это понятно. Он уже сюда обнаглевший едет. Куда ж ты так направляешься-то, Ис? О, двоечка. Ой-ой-ой-ой-ой. Выцепила меня гадина. Она, короче, там тоже стоит. С левой стороны. Все, я там... Я, походу, приплыл. Да ты уезжай. Да, у меня двигатель поврежден, все. Все. Там Су-122 меня выцепило. Она где-то в кустах стоит. Из кустов кидает. Слушай, сейчас вот здесь вот будет выезжать. Я знаю, знаю. Я пойду его по караулю там, если меня ничего не подсветят. Вот уже подсветили, и походу Су-100... Сейчас подсветит меня, подъедет. Так, Су-150. Гадина, блин. У тебя башня отлетела. Да. Я хотел просто туда проехать, оттуда. Ну, Су, видать, оттуда меня уже выцелило вот с этого, блин, края. Вот где-то здесь, короче. Походу. Стоял. Так, ну их двое осталось, в принципе. Можно. Фиса забирайте, да и все. Подсвечивай тут. Ты его на гуслю ставь, Фиса, если не можешь. Только не упади, а то... Ну так и знал, она вон где сидит. Так и знал, что она там сидит. Ну ладно, я его высветил зато. Ну. Ну ладно, они тут бой затащат уже без нас. Надеюсь. Не сольют. Пойдем. Так. Напомню. Мы играем в танки. Вот. Пока безуспешно для нас. Так, у тебя ИС готов твой? Да-да, готов. Все. Я тогда беру тоже арту 7 уровня. Чтобы так по уровням ровно было. Ох. Закинуло-то куда? Песчаная река. Так. Станем мы тут на пригорке на нашем любименьком. Обычно где стояли. Так. Ты, получается, вообще в той степи где-то, да? Стоишь. А, так, я, в общем... Справа. Смотри, где. Я сейчас поеду вот сюда, вот. Mm-hmm. Вот сюда, да? Ну, в эту, в каналу. И в канал? Интересно. Буду высвечивать вот здесь. Врагов. Хорошо. Хорошо. Буду сводиться туда. Пробовать. Только заберемся. Так, скажу сразу, у меня зарядка тоже долгая, примерно как на КВ. Втором. Так. Все. Там кого-то уже подсветили. Ну, это светляк. Ну, я вижу светляк летит. Так. Ты там аккуратнее свети. Не так уж сильно. Чтоб тебя прямо там не видели. А нет, меня сейчас это... Не будут видеть, я их буду. А нет, меня уже видят. Ну, вот видишь, я предупреждал. Сейчас к тебе туда заявится. Ну, заявится, ты тоже подсвечу. Вот уже едет, я вижу, ломается. Жди, жди. Дерево упало, дерево упало. Я даже знаю, где тут стоит. Сейчас туда кидану. Так, блэкшотом попробую. Ну да. В принципе, очень... сейчас по ИСу попробую прокинуть. Я раз... тебе... Подожди, не езди, не езди, не езди там. ИСы к тебе едут, а то... Там сильно не разгуливай. Так, я там кого-то уже попал. Да, к тебе гости. Я тебя остановил, вон, давай. Да-да-да. Т-43 на тебя отчаянно прямо вылазит. На Т-43 сводись. Да, зря я говорю, сюда ты приехал, вот в ямку эту. Да нет. Подсветить-то подсветил. Приехали и забрали. Что ж.
Да, и с правого края у нас ших, там я смотрю, вообще никого нету, да? Выходит, что так. Ладно, будем по левому краю пробовать прокидывать. Хотя не смогу я сюда прокинуть. По третьему и попробовать. Ты в ИСА-то попал хоть, нет? Я попал в этого, да, в чувака, блэкшотом. Снаряд прямо лег в него. Там даже видно было. Так. Да что ты едешь, а? Эх, мимо. Недолет, скажем так. Так вот, сейчас вот РПГ, да? Раньше, по-моему, если не ошибаюсь, там что-то 30 сантиметров было. Точнее, миллиметров броня. Угу. А сейчас он говорит, это может до метра пробивать. РПГ есть такие. Что то могут есть, туда... эти сделали, получается, разработчики? Да-да-да. Метр брони, представь, какой-то танк должен быть. Таких танков просто нету. Ну да. Так, ладно, попробуй туда слепую кидануть. Да, он уже оттуда уехать успел. Так, Т-34 вражеский уже тут у нас на базе разгуливает. Что мне очень не нравится. Уже на базе у нас дела, дорогие друзья, у нас очень плохи. Не, ну если правый фланг, хотя нет, уже все. Да не, уже тут слили правый фланг. Тут уже никакие прогнозы не помогут. Лёва, Лёва, попробую тебе помочь, если ты не подставишься сам под снаряд. Да, удачно мне подсветили так. Гады. Ладно, выходим. Давай еще подождем тут пару танков. А не, я уже все. Вышел. Так. Ну я беру. Так. Че, у тебя пятый уровень, да, только есть? Да. Так. Ну давай я Черчилля возьму тогда. Не, давай возьмем это. А не Черчилль? Ну да, Черчилль взял. ИСА? Потому что уже был. А, бой закончился, да. Давай тогда КВ-2 возьму. Все, готов? Да. Так, линия Зигфрида. Так, интересно, оборона или раш будет у нас? Шторм. Шторм будет, да? Значит, мы будем штурмовать. Ну что, по правой стороне рванем. Как раз рядышком стоим. Да, надо будет сейчас обходить. Глубоко обходить причем. Да, не останавливайся. Чтобы в задницу им зайти. Согласен? Да, согласен. Я тебе даже подтолкну. Да, поехали по дороге, вот сразу же это и поправлю. Угу. Поедем. Быстренько туда в горку. Через бой лес. Начинается. Через лес. Может быть, кому-то покажется это немыслимым, но тем не менее, мы постараемся так сделать. Через правый край сделать раш. Тем не менее, здесь две арты. Это очень плохо. А МХ-елка тут уже прекрасно светит нас. Так, Е-25 тоже отчаянно учится с нами.
правому краю. И Хелькат уже здесь. Так, это очень плохо. Нас светит. Не, ну, квас, квас. Попробуем по квасу ударить. Слева вот юниту. Нет, не сможем. Да не, не, давай убираем вот этих вот твоих. Да. И все, помогаем. Давай быстрее помогаем. Е25 он уже сольется сейчас там. Мы не успеем. Так, так. Нам надо побивать это все дело. Так, сейчас там квасы заберу. Ага, забрал. Надо было свестись до конца. Так, ты не торопись. Не торопись, лучше меня дождись. У меня еще зарядка будет 10 секунд идти. Не торопись там. Так, все, свожусь. И мимо. К сожалению, мимо. Ты гадина-то, Хелькат. Гадина. Так, ИС по мне тут вражеский кидает. А-43 видишь, да, уже к тебе выезжает? Гад, а. Не получилось у нас прорвать правую часть. Да, к сожалению, это так. Да главное, что центр не пробивает, понимаешь? Вот они сейчас там в большинстве находятся, в центре. И они бы могли вообще бы сейчас... Так, Хелькат, прям хочешь меня тут забрать попробовать, да? Кстати, у тебя прямо там по курсу. Гадя, ну тут ИСТ ему помог. Он еще с города по мне накидывал. Пас меня там прямо. Да. Так, выходим. Неудачный бой для нас сложился. Так. Неудачный, просто не из-за того, что... Там. Мы, может, неправильно что-то. Берем просто... пятый уровень. Да. Мы все правильно сделали. Оттянули там, можно сказать, очень большое количество танков на себя, да. И ну, внимание отвлекли. Да, в центре. В центре могли вообще там просто победным маршем сейчас пройти и все. И захватить базу. Но они почему-то так не сделали, не знаю почему. Так, что-то ты долго. А ты в бою уже со мной? Да. Понятно. Так. Тут самолет интересно садится, видишь, да? Угу. В ангар прямо. Так, аэродром. Ох, ты давно я здесь не был. Так, какой уровень-то с нами? Ну что такое-то опять седьмому кидает? Седьмой уровень. Так, ты далеко от меня чувствую, да? Угу. Так, поехали справа. По воде нет смысла ехать. Там сольемся быстро. Да, давай справа. Справа, справа поедем. Справа поворачиваем. Бой начинается. Ну, это туда может ехать Е25 светить, если догадается. Но опять же, он уже там вражеские танки будут на той точке. Так. У тебя что за трактор? Это Черчилль первый, пятого уровня. По-моему, британский, если не ошибаюсь. Интересно, так таранишь меня. Удар такой. Ой-ой-ой-ой. Аккуратней там, Хелькат едет. Аккуратней. Все, работаем по Хелькату и он. Тем, по этим чувакам. Они за камнями там затырились.
Все, держим на них фокус тут. Пока не стреляй. Подсветил. Ждем от Т-21. Ну, ребятишки, вылазьте. Мы вас там видели. Ты чё, куда поехал-то? Я к ним поехал. Поближе. Ну ладно. Раз они не вылазят, зачем? В кустах сидят, боятся. Ясно. Ты там за камень стань аккуратно, только сейчас тебя там ИС будет разбирать. Я уже вижу, что тебя разбирает. Ну вот говорю, уже не надо туда ехать. Но я маленько хотел подсветить. Вот видишь, как подсветил. Так. А мой X засветился. МХ. Так, ты 49. Ладно, попробуем переехать. Так уж и быть. Позиция, конечно, здесь удачная. Не караулить этих удачно. Надо переезжать. Так, тут Стюарт несется. Засранец маленький. Стюарт? Да, светлячок там. Ну, его забрали уже. Так. А, эх, хотел его забрать. Не удалось. Отлично, отлично. Опять же, не в нашу пользу. Они там вдвоем сидят вот здесь вот. Вот эти две точки держат. Я знаю. Засиделись там. А этот, видать, стоит АФК или чё ли? Я помню, шмаляю, он даже на меня ноль эмоций. Видать, на этого свелся. Пробить-то его не пробил. Давай в ангар. Да. Берем опять класс. Класса берешь. Ой, этого. ИСа берешь, да? Да-да-да. А я КВ-2 взял. Надо тоже потом попробовать прокачаться до ИСа. Скажем так. Охота поездить тоже на этом танке. Пробовать. Вот так вот, дорогие друзья. И получается. Неудачно проедешь куда-нибудь, или союзники твои не так что-то сделают, в итоге потом сливаешь. Самолет как прикольно заезжает. В ангар. Так, ты готов? Все, да? Да, я готов. Всё, бой. Ты что-то стоишь, жду. Так. Опять же, 7 уровни, наверное. Песчаная река. На этот раз теперь с этого респа верхнего. Ну как твой прогноз на этот бой? Выиграем, не выиграем? Ну, надеюсь, что выиграем. Так. Я, честно говоря, не хочу направо ехать. Я тоже. Давай-ка налево, наверное. Через горы? Нет, через горы не будем ездить. Ну, вдоль дюн лучше. Езжай по левой стороне, где дюны. Чтоб тебя не светило.
Так. По левой стороне езжай. А не направо, ты куда-то направо поехал. Да-да, вот так. Ближе к скалам держись. КВ-2 тут с пушечкой катается такой. Ваншот, скажем так, шейтану. В гору куда-то попёрся. КВ-2. Куда ж ты прёшься? Куда ж ты прёшься? Там, видишь, на горке квас вылазит. Сможешь по нему опрокинуть? Я вот вижу, вылазит. Так. Так, я пока не светился, вроде бы. Ты там не вылазь, так и стой. Угу. Подсвечивать будешь. Если что. Так, тут квас приперся. По левой стороне где-то там. Так. Стой, стой, не вылазь там. Я не, не рискуй, не надо. То закидает сейчас снарядами. Отлично, там союзники помогают. Угу. Так, квас, квас, квас. Так, ребятки, ну... Вылазит сюда квасик, ну, квасик, унитазик. Осторожно там, из крейзи там аккуратнее вообще. На мини-карту не забывай поглядывать. Так, подъехать что ли к тебе туда? Мы уже засветили тебя, я же говорю, там не стой сильно долго. Крути куда-нибудь, встань. Там, с правого фланга-то. Так, квас спускается. Так, 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 так. Все, стой там, наверное. Лучше где-нибудь там спрячься, да. Попробуй. Т-21 в яме, да? Светит тебе. Я тут квас хочу забрать. Ошеломленного яростного класса забрали. Отлично, меня подсветили, это плохо, это очень плохо. Так, все, стой там, не двигайся лучше, крейзи, не двигайся лучше. Так. В яме был, да, чувак? Да-да, в яме был. Так, сейчас попробую заехать, забрать его. Там 7% у него оставалось. 7%. Может быть даже... А нет, здесь вижу его. Так. Отлично, вижу его. Так. Ты не вылазь, стой там. Стой, так. Будешь квас сводить, если что, на кваса там, наверху, на скале. Ой, тигр отчаянный, ой, ВК отчаянный вообще. Человек. Так, нас водится. Ты гадина, а? Любому 7 уровень. Все отлично, забрали. Так, КВ-2 сюда едет, видишь, да? Сможешь на него выцепить? Он
он это не едет, он. Не едет, стоит. Заехал опять. Так. Все аккуратно. А Су-152 видишь? Эх. Эх, это Су-152, а нет КВ-2. Все понятно. Не попали. Да, понятно, что попали. Так, а Су-152 успей подсветить. Да, успел подсветить. Отлично. КВ-2 сюда еще прется. Да-да. Так, было бы забрать ее, это было бы вообще хорошо. Просто он опасный такой. Отлично, он разрядился. Отлично. Это большой плюс, что он разрядился. На Су-152 забрать будет вообще хорошо. Давай Т-29, помогай, не стой в углу. Так, КВ-2 свое темное дело сделал. И надо ехать его забирать, скажем так. Там, кстати, из города, по-моему, пуляли еще. Да-да. Вот класс уже по мне шмаляет, гадина. Эх! Гад. Везучий гад. Видишь, ему хорошо всандалил кто-то в пушку. Ладно, покидаем бой. Так. Что взять-то? Ну давай, наверное, последний бой на сегодня. Так. Что будешь брать? Я ВК взял. Так, ВК взял. Ну давай, пятый уровень, так пятый уровень. Я возьму Су-122 арту. Смотрим, с каким уровнем закинет. Ну ёлки-то палки. Опять штурм у нас. Но... Да еще это... С какими уровнями, смотри, кидает. А пробить... не штурм, у нас этот. А, у тебя еще 6 уровня, я даже не подумал. Я-то думал, у тебя 5 уровня. Надо было тогда Т-20-150 брать. Все, сидим. Сидим, охраняем. Эх, 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 эх. Печально. Да я пробить даже 8 уровень не смогу. В чем печаль и заключается. Кухянку. У меня еще 9 снарядов всего. А, голда, не знаю, сколько там голды у меня. Бой начинается. Так. Так, надеюсь, они сюда уже едут. У кого тебя прокинуть снаряд такой? Мне свой засандалил кого-то. Зачем? Свой засандалил? Угу. Повернулся, меня стрелял. Да. Эмоциональный человек. Головой, скажем так, не дружит. Так. Так, я тут не достаю, наверное. Проводки до ночи.
Да, но они тут нагло уже лезут в город. Так, квас надо забрать. Попробовать, если получится. Отлично, хорош, Димон. Крэзи хорош. Так, тут я попробую. Отлично. Ну, у них, видать, сливовая попалась команда. Видать, сливает прилично. Тигра надо сейчас попробовать по тигру кидануть. Если удачно снаряд пляжет. Он еще так в таком месте, видишь, стал. Да, и гусеньку сейчас ему свернули. Да, пробитие есть. А, там типа камервон тут пытается. Отлично. Так, тигр убегает. С этого места я смотрю. Противоположная команда, короче, сливает враги. Отлично сливает. Так, тигр отчаянно пытается эту позицию отстаивать, я смотрю. Прям отчаянно. За это поплачу. Поплатился. Так, что у нас здесь? Лёва! Ну давай, Лёва, вылазь сюда. Так, о, ой, ой, ой. Кого-то тут засветили. Походу ФК стоит. Скорее всего. Добивание тебе. Правильно. Так. Где-то две арты теперь. Ищите их. Крэзи. Ага. Ищите, где они фармятся. Прячутся. Так, меня до полного конца карты не достает. Придется делать переезд. Нашли. Нашли, отлично. Достаю. Забрали мое питание. Все. Отличное завершение. Под занавес. Ну что ж, ребят. Мне, в принципе, выходной день понравилось. Хоть и мы и сливались. Вот. С вами был Крэзи, R38 и Ермак. Удачных вам боев. Поменьше сливайтесь. И ведите бои как можно в адекватном виде. Крэзи, добавишь, может быть, что-нибудь? Ну что, всем пока. Всем, как говорится, пока. Удачи.